Галактический карантин. Немного плагиативное. Вчера мои субличности собрались на ученый совет, чтобы обсудить проблемы инопланетного молчания. Почему жители других цивилизаций не выходят на контакт с представителями моей цивилизации? Почему они наблюдают, но не обнаруживают себя? Быть может, они наблюдают за жителями моей цивилизации, как мы наблюдаем за животными и насекомыми на своей планете? Или считают представителей моей цивилизации слишком агрессивными и эмоциональными и боятся иметь с ними дело? В конце концов, была принята идея, высказанная одним из присутствующих на этом научном конгрессе, о том, что моя цивилизация находится на галактическом карантине. Иными словами, в изоляции, за пуленепробиваемыми с моей стороны галактическими стеклами. Но в карантине есть и положительная сторона – надежда на выздоровление. Ведь если человек выздоравливает, то и карантин прекращается.